Расскажи, вот за что ты это получила, эти медали? Это за коньки. Где? В Америке. Поездка в Америку воспитанница коррекционного интерната Надежды Сидоровой изменила всю жизнь. На ее шее красуются медали зимних специальных олимпийских игр. Девушка с детства катается на коньках. Быстро бегать по льду она научилась возле школы-интерната. Вместе с другим воспитанником Виталием Пузаркиным 2 года назад они привезли золотые медали. Спорт для детей без родителей – возможность посмотреть на мир. После катка мы там приезжали, гуляли, ездили по городу, в зоопарк ездили. Победа на Олимпиаде и путешествие по Америке стали переломным моментом в жизни спортсменки. Уже тогда она заявила, о чем больше всего мечтает. Ну я вот вырасту, выйду отсюда и прямо сразу уеду в Америку. Сейчас Надежде Сидоровой 15. Эти кадры мы снимали 2 года назад. И желания девушки с возрастом немного поменялись. В данный момент она хочет мобильный телефон. В коррекционной школе-интернате живут 104 человека. Желания у всех разные, но многие связаны со спортом. Например, 3 ребят очень хотят кроссовки. Наши дети очень любят заниматься спортом. Наверное, вот отклонение в развитии немножко дает как-то большую силу, наверное, нашим деткам. Мобильный телефон, кроссовки, книжки – это для вас привычные вещи. А для детей пока такая мелочь – мечта всей жизни. Подарите ребенку чудо. Все подробности акции и список ребят, участвующих в марафоне, на нашем сайте teleobjektiv.tv.